на дворе 3 августа 2019 года. Мы находимся в Риге, торговый центр Альфа. И мы работаем по интерьеру магазина Рекер. А в каком состоянии сейчас все находится? В таком состоянии, которое у нас за спиной. Значит, что у нас? Напомним, что мы уже делаем демонтажные работы 2 дня. Две ночные смены. Что показалось действительно странно, потому что магазин маленький, но демонтажи в нем из-за выпендрежных стеночек, фальшстен, фальшпотолков оказалось только, что примерно такой же демонтаж осуществляется в магазине на 30 квадратных метров, а в этом 73 квадратных метра. Сегодня второй день, вот в таком состоянии это все. У нас еще осложняется тем, что предыдущие хозяева оставили дофига барахла, и ихнего барахла хватит примерно на 40 контейнеров. Это то, что лежит там. Это все их манекены. И в таком состоянии у нас сейчас все находится. Если будем внимательны, то увидим, что здесь высота 9-10 метров. Это что-то нереальное. Вешать подвесной потолок на спицы 9-10 метров. И чувствую, здесь будет очень интересно работать. Ну, в таком состоянии все на 2 августа, сегодня вторая ночная смена.